А мы купили Юлечки. Российскую музыку любят не только в Украине, а и во всем. Женские сапожки. Очень дорогой фирмы. Балли. Вот. Давайте сделаем обзорчик. Вот такие вот сапожки. Балли. Вот это надо обязательно отодрать, ценник. Это значит в переводе на евро 560 евро получается. Да. Смотрите, какая подошва. Обращайте внимание на детали. Вот. А кожа, кожа какая? Кожа. Кожа младенца. На ощупь очень приятная. Вот. Кожа младенца? Да. А что ты, хотела кожу старика? Вот. Здесь молния, такие вот шнурочки и застежечка вот такая. Вот. Конечно, обувка ошизенная. Юлечка будет ходить, будет очень довольна. 560 евро, как с куста. Были и нету. Вот. Все навью. Каналь. Видали, какие черевички. Я очень доволен. Юлечка, ты довольна черевичками? Да. Довольна? Да. Юлечка довольна. Вот. А вы, ребята, тоже можете своим девушкам такую обувь приобрести. Она очень хорошая и не очень дорогая. Всего 560 евро. Сука. Вот. А также вот такой вот экологический кулечек прилагается. Тряпичный. Вот. Поняли, да? О! О, какие туфельки! О! Вот. Ну, очень мне нравится. Очень нравится мне. Вот. Просто суперовые. Вот. Супер! 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 Швейцарская. Все сделано исключительно точно. Как раз к Юлечкиным роликсам швейцарским. Ну, блин, чуть не уронил из-за вас. К Юлечкиным швейцарским роликсам будет самое то. Вот. Это бумага там внутри. Папир. Все, давайте. И не говори, что я не записывал! Гуцульскую музыку любят не только в Украине, а и в... Only in East Europe and Russia. Красавец. Я что, один дома лежу?